think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, мы на аккаунте Владимира, и у нас сегодня прокачка божества, и также мы получим офигенные плюхи с акции, которую я вам вчера показывал. Ее наконец-таки открыли на русском сервере. Самое интересное, вот в поисках сокровищ она называется. Сейчас посмотрим, тоже за 300 самоцветов или нет. Да, за каждую кирка, за каждых 300. Я показывал с 20к, я вытаскивал, в принципе, все плюхи. Посмотрим, получится это здесь или нет. Ну, есть еще шанс получить донатную карту. Аккаунт у него донатный. Кляму уже движется. Находится он в гильдии Fallen Angels. Русский сервер, кидайте заявочки, вступайте. Босс 21.00, БГ и атака фортов обязательно. Факела 20.45. Ну, игроков надо очень много. У нас сегодня, ребятушки, прокачка божества. Сейчас мы посмотрим, что у нас. У него мастера рун не хватает. И королевы ос. Вот так вот. То есть аккаунт, в принципе, собран фуловый, мастера рун, в принципе, можно будет потом попозже забрать. Так, это у него плюшки. Сейчас откроем самоцветы. В общем, поехали. У него вообще герой не собран. Фига себе, сколько тут всего лишнего место занимает. Так, отлично. По скиллу прокачали. Да еще, я надеюсь, у него мана есть. Чтобы уже по максималочке сделать. Сейчас сделаем талантик, паролем созвездия. По созвездиям собирать на уклон, в принципе, как вариант, да. Но если у вас божество не будет попадать, толку от этого уклона вообще никакого нет. То есть герой у вас должен реально дамажить, потому что в основном его собирают для запределья, для фарма запределья, и для того, чтобы там нормально фармить, надо сборочку, скажем так, универсальную. А универсальная сегодня это не уклон, а и точность, потому что там герои с уклонениями. Если у вас не будет точности, от вашего божества толку никакого не будет. Поэтому тут вариант только один. ОЗ-шка плюс ПД-шка, как по мне, это самый оптимальный вариант. Плюс смешанный уклон, плюс точность. Ой, отлично. Почему не собирать на атаку? Ну, во-первых, у героя дофига атаки, и герой будет у вас просто тупо сливаться, как ни странно, но атаки здесь дофига, и если еще зарунить героя полностью на атаку, это будет однозначно слив. Это уже проверено не один раз на пачке с отражалками, герой сливается очень быстро. Нифига себе, сколько всего на русском сервере паков дают разных. Так, открываем значки почета. Хорошо, когда ресурсов дофига. Так, камешка у нас не хватает. Ну, это не беда. Так, сейчас фиолетовые книжки получим. Самое дорогое — это реально созвездие на героях. Это самое такое, скажем, на сегодня. Кстати, а что у него? А, у него судьбы хватает, кстати. Че, в судьбу уже полез. Сейчас будем все подряд качать.
Такс. Такс. Не хватает у нас уже. Вот так вот, изи просто вторая. Ой, я думал уже 5000 самоцветов. Вторая эволюция есть. И когда ресурсов валом, герой качается за 5 минут. Плюс 5 минут на прорыв до 30-го. 10-15 минут это потолок. А что вам надо для прокачки героя? Девяносто девятый будет. Так, окей, отлично. Сделали. Рассвет сделали. Поехали судьбу немножко докачаем. Ну, здесь тоже ресурсов хватает. У него практически хватает до максималки качнуть. Не знаю, что по камешкам у него сейчас. Посмотрим. До 13-го скилла однозначно доведем. Так, а тут тоже хватает у него. Посмотрим. И здесь хватает. Единственное, камешком надо набрать. Такая линейка, у которой можно докачивать все почти практически до максималки. Видите, запашек не хватило и токенам. Так, ща заберем. В принципе, можно все продать, ему надо будет потом все равно для прокачки. Все. 97-й, 14-й скилл у нас получился. Поехали дальше. Поехали. Самое интересное это будет здесь. Самая затратная часть. Если все остальные ресурсы вы можете получить. Ну, в принципе, здесь созвездие тоже можно последнее получить. А вот так есть. Делали агментацию. А вот остальные надо будет с ними позаморачиваться. Так, точность атака. Четверка, крит, сопротивление. Немножко не то, что нам надо. Жизнь. Крит, удар, крит, урон. Тоже классная вещь. Крит, удар, блин, две пятерки. В принципе, можно здесь попробовать точности вытащить. Но, конечно, крит удар. Такое. Ну, давайте попробуем здесь сейчас паролить. Посмотрим, что у нас будет падать. Я надеюсь, что-то интересное будет падать. Ну, как видите, шанс, блин. Реально, галимый. Я не знаю, на русском сервере что-то вообще трэш творится. Одна пятерка. Вообще пятерок не дал. Это за самоцветы мы ролим, ребят. Это просто пипец. На английском я бы уже... Атака нафиг не нужна. Я бы уже по-любому пятый уклон вытащил. Так, точность одна есть. Точность вторая есть. Точность третья есть. Блин, вот что делать?
Точность еще одна. Попробуем сейчас. Ой, отлично, еще одна точность. Попробуем. Ну, жизнь. Еще разок. Блядь, не хочет давать. Я не хочу... Блин, не знаю насчет здесь, конечно, этих созвездий. Такс. Ну. А, в принципе, сейчас у нас есть... Я посмотрю, что у него делается. Две пятерки, чем хороши, можно потом семерку когда-то будет сделать. Тоже их переруливать особо не хочется. Так, что у нас по чарам есть интересное? СС-ки нет, есть победные, да. Ну, поехали, попробуем что-то. Сейчас паролить, если получится. Четыре, пять. Спектр. Тоже неплохая тема, но нам нужна пятерка. Гнаться за семеркой, ну, в принципе, смысла, я вам скажу так, по большой степени нету. Шестерки хватает, даже можно и пятерку оставить. Это такой герой универсальный, который, в принципе, будет тащить. По чарке, конечно, лучше ставить СС-ку. Почему СС-ку? Дополнительный деф, дамага, в принципе, и так хватает. Можно там талантом вторым поставить будет потом. И эмблема что-то интересное для дамага, этого будет хватать. СС-ка даст у вас дополнительный увеличенный отхил, так как у героя есть встроенный отхил, в принципе, довольно-таки неплохой, плюс деф. Вот, отлично, изи просто. Такс, хорошо, давайте попробуем сейчас героя. У нас как раз сегодня открылся. Поддержка. Смотрите, отлично. И здесь можем докачать до 99-го. Сейчас я возьму. А у него друга здесь не докачанный даже. Возьмем такой вариант. Блять, собирали, называется, всех. Да, насобирали. В принципе, нам тут столько землеройка не нужна. Так, где там это божество, мы уже... Сделаем пробный тестик. Герой, причем без прорыва. Ну, не проседает, отлично. Это то, что надо было. Еще прорыв докачать будет, дамага больше. Собирать, ну, я не знаю, вот насчет созвездий. Можно будет, конечно, их переролить, потом точность вытащить хотя бы одну, тогда точность убрать. Но, в принципе, хватает здесь точности, там крита, уклон, герою как таковой нафиг не нужен. Дефа хватает, и герой должен попадать.
То есть крит плюс крит урон, это все-таки будет получше. Если будет желание, потом, когда уже докачается титул, тогда можно будет сделать вообще на крит собрать. Там точность добавится. Так, кого мы не можем там слить? Это бьем, бьем, бьем. Просто вливать больше самоцветов в героя тоже, я думаю, смысла нет. Сейчас посмотрим других героев. Но этой сборки вполне хватит для PvP локаций. Ловить дофига уклонов, ну, судя по тому, как оно падает, ну, я не вижу смысла. Это будет жесть. Так, о чем мы не можем убить? Нифига себе. У него Фрея. Так, ну у него все остались живы, у нас остался Огник и остался Феникс. Хорошо. Это очень хорошо. У него как раз-таки, видите, Фрея с маской, она беспонтовая. Так, ну попробуем сейчас. Вот как раз тот момент, когда я хочу посмотреть, что у нас получается по герою. Так, там с УЗ-шкой он походу. Ну, без прорыва, как видите, далеко не залезешь. Но герой держится. Самое основное, что он держит деф от хил увеличенный у него. Но дамага надо больше. Надо качать прорыв. Крит, конечно, две пятерки крита, это такое себе, может их и убрать. Сейчас попробуем, наверное, переролить, потому что, ну, это тоже и не туда, и не сюда. Видите, здесь крит даже не пролетает и близко. Да, уберем сейчас крит нафиг. Да, если у вас уже вы фанат и хотите там семерки сделать, тогда да. Ну, не хватает. Вот в таких вариантах надо, конечно же, надо будет скин. И делать вторую сборку с пактом плюс ПДшка. Но тут прорыв надо качнуть. Сейчас докачаем, посмотрим сколько. Ну, он сказал, что он сам будет качать прорыв. Тут прокачается прорыв, будет больше дамага. Тут дамага чисто из-за прорыва нету. Сюда надо прорыв против таких героев. Либо же питомцев. Так, сейчас. Хотя, в принципе, такая сборка должна, по идее, пробивать. Поехали. Две пятерки хорошо, но крит это, блин, жизнь. Крит удар. Точность атака. Ладно, еще давайте. Ого, точности все. Ну хорошо, давайте попробуем такой вариант. У нас добавилась ССК. Посмотрим, что с этого получится. Так. Я думаю, это вряд ли что-то изменит в плане дамага. У него нету скина, вот это вот плохо. Может здесь? Сейчас глянем, чекнем. Вряд ли скины. Думаю, он все попрокачивал, да. Надо скин, надо второе с пактом. Как вариант. Ну, у меня так стоит пакт. Ну, то есть домашний вариант плюс ПДшка и дашный вариант плюс ПДшка. Просто с пактом будут очень часто сливать. Кстати, уклоны очень хреново падают. Так, хорошо, ну попробуем вариант. Но дрога здесь не прокачанный. Надо дрога. Был бы дрога максимальный, было бы поинтереснее. И нету, к сожалению. Это тот же самый вариант. Надо все-таки прорыв докачивать. Без прорыва герой дамажить у вас много не будет.
Вариант уклонения, ну, он вообще будет бессмысленный. Почему? Я уже сказал, если по героя не сливают даже в таком варианте, то с уклоном его, да, его не будут тоже сливать, но и он попадать не будет. То есть на PvP локациях на сегодня вот многие топы дафы выставляют и прочее, актуально больше точность. Даже если на даф поставить, с точностью будет намного лучше, нежели с уклоном. Тем более герой имеет отхил встроенный, герой имеет увеличение дафа, поэтому бессмысленно, как по мне. Так, окей, поехали сейчас дальше. Поищем еще сокровища, посмотрим, что там у нас по попытках получилось. 50 попыток. И посмотрим сейчас других героев. Так, отлично. Обычные словили. Или сейчас попробовать еще. Так, сейчас посмотрим по сундуках. Ну, дайте золотой ключик. Жлобы, блин. Не хотят. Не хотят нам давать. Ну, даже такие расходники, я считаю, очень, очень неплохо. Такс. Где там его алтарь? А, у него тут ноги не агментированы дальше. Вот лист, да, вот здесь вот тоже. А, у него на точность. Ну, он не особо влаживает. Но созвездия, как видите, реально хреново падают на русском сервере. Пятерки уклонения, ну точность стоит хотя бы одна. Так, что у нас тут? Да, тут еще предстоит дофигища самоцветов посливать, честно говоря, на героев. Ну, оккультисту, да, уклоны это хорошо. Вот Зефир тоже на точность собран, в принципе, правильно. С точностью он хороший. Я у себя переролил. Был сделал, переролил Зефира полностью. У меня был тоже с точностью семерка, пожалел. На некоторых локациях не хватает. Так, землеройка. Ну, землеройка надо с уклонением. Тут однозначно надо ловить уклоны. Четверка, четверка. Даже хоть так вот немножко она уже будет получше. Ну хоть четверки падают. Да, тут, конечно, со созвездиями надо играться на аккаунте. Они вообще не прокачанные. Фига себе. Феникс. Да, видимо, на русском сервере уклонения сейчас тяжело даются, судя по героям. Реально сложновато что-то вытащить толковое. Либо надо дофигища самоцветов.
него вообще все созвездия пустые. Так. Добьем мы этот ключик. Третий золотой, блин. Да, блин, запарили. Дайте ключ. Там самые топовые плюхи. Морозится, короче. Тоже особо сливать самоцвета не хочется, потому что, ну, бессмысленно. Ну, хотя под эту акцию там такие плюхи дают. Под нее надо слить. Еще плюхи. Бурум-бурум-бурурум. Так, ну что сделать? Я не знаю, я не вижу смысла дальше здесь прокачивать. Лучше прокачать какого-то другого героя. Что у него тут есть? И героев. Здесь нормально. Рэнк. На точность нормально. Вот на точность сейчас многие герои рунятся. Так, стрелок. Кстати, можно Роньку докачать. Я, в принципе, он ему особо и не нужен. По большой степени. Сейчас таких актуальных. Так, божество, призрак. Призрак для архидемона. Тут уклоны стоят, тут нормально. Этого бессмысленно качать. Мэри нормально, дуэлянт ему нафиг не нужен. Фобушка, вот фобушку можно прокачать. Попробовать что-то наловить. Ну, пятерки вообще не падают. Блять, бред полный. Не русский сервер, это пипец. Четверку даже буду оставлять. Ну, поставим. Сейчас немножко побегаем по таким самым актуальным героям. Попробуем здесь что-то доролить. Чтобы хоть немножко лучше герой стал. Четверка. Так, хорошо. Полярный лист, но он решил на точность его собирать. Ну, в принципе, с одной стороны, да. Так, ладно, и парт мы смотрели. Мэри, в принципе, точность есть одна. Там этого хватает. Дуэлянт. Ну, его вряд ли где-то использовать, прямо аж так будет. Оккультист нормальный. Зефир. В принципе, то, что надо. Свалено. Такое, землеройку мы смотрели. Космо. Давайте попробуем космо собрать. У Космо, в принципе, он и на PvP локациях актуален, и на фарм локациях. Так, точность. Блин, у него аккаунт весь точность. Практически все герои заруинены. Ну, точность это, в принципе, тоже как вариант. Блин, ну, фиг его знает. Ну, не хочется сливать самоцветы, потому что, ну... И хочется эту акцию забрать. Еще 5 попыток. Так, 5. Да дайте, блин, этот долбанный сундук. Самый-самый, блин, бред. Не хотят. Не хотят просто.
Самый-самый сок. Так, получить. Блин, ну. Супер плюх, я вам скажу, за прокачку. Реально кайфовая. Так, ну Фрэнк со спектром, в принципе, правильный. Попробуем еще здесь пошаманить. Уклон, уклон, уклон. Может, повезет. Так, атака не то. Не то. У меня за 20к выпало. Здесь мы уже практически 30к слили. И нифига. Блять, с уклонениями это просто какой-то трэш на русском сервере. Просто писец. Реально. Вот посмотрите, падает все, кроме уклонения. Причем три созвездия осталось. Не хочет нифига падать. Ну пипец какой-то. Нифига не падает. Четвертый уклон. О, нифига себе, наконец-то пятерка упала. Так, на четверку попробуем снять. Две двойки. Жесть какая-то, реально. Есть, наконец-то. Ну, давайте еще за 1950. Остальное оставлю. Ну, поехали. Попробуем еще словить. Может, повезет. 9 попыток. Хватит или не хватит, интересно. Просто тупо не падает, ну не знаю. Жесть. Это просто какая-то, ребятушки, жесть. Ну, давайте попробуем хотя бы карту. Откроем. Посмотрим. Может, недостающий будет. Конечно. Именно тот вариант. Дуэлянт. Не знаю, напишите, у кого упал сегодня не дуэлянт. Плюс 10 смен. Ну и сундучки остались. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в этой акции. Акция кайфовая. Всем удачи, всем пока.